Нынешняя зима очень частыми снегопадами доставила немало хлопот карагандинцам. Неочищенные от снега дороги уже привели к трагичным ситуациям в регионах области. Но огромные сугробы на территориях жилых домов и объектов бизнеса особенно заинтересовали наших журналистов. Подробнее в материале Аиды Ибраевой. Снежные сугробы и травмоопасные дороги даже в собственных дворах. Нынешней зимой карагандинцы наблюдают такую картину не единожды. Казалось бы, да что там снег, ничего страшного, но с наступлением весны такие безобидные сугробы могут обернуться настоящими проблемами. Залитые подвалы и наполненные колодцы. Кроме того, по установленным санитарным правилам, территории, принадлежащие организациям малого и среднего бизнеса, также должны быть расчищены от снега. Однако сегодняшняя ситуация в Караганде говорит об обратном. Множество магазинов, салонов, банков и даже некоторые государственные учреждения нарушают прописанные правила. Ситуацию прокомментировали специалисты санэпиднадзора. За несвоевременный вывоз снега санитарной службой на сегодняшнее время дано уже 295 предупреждений. Проводится разъяснительная работа. Из-за того, что несвоевременно вывозится снег, это подтверждается также фактами по данным областного центра травматологии Кажанова, областного медицинского центра и поликлиники «Испад Кармет Шахтер». На сегодня, на текущий момент 2013 года уже зарегистрировано 288 случаев травматизма. Помимо объектов бизнеса, контроль за благосостоянием улиц напрямую относится к компетенции КСК. Однако не все кооперативы соблюдают установленные санитарные правила. Снег убран, а вот сугробы почему-то продолжают украшать жилые дома. Не отказались прокомментировать такую ситуацию представители акимата города. Ежедневно, а также включая санитарные четверги, по объектам малого и среднего бизнеса работники аппарата Акима района совместно с представителями санэпидемстанции и отдела полиции проводят рейды по объектам малого и среднего бизнеса по вопросу очистки прилегающих территорий от снега и наледи. Предупрежден, значит вооружен. Однако, похоже, жители Караганды не очень охотно стараются вооружиться правилами элементарной санитарии. Причиной данных травм это является некачественное проведение работ по благоустройству. После того, несвоевременно зачищается территория от снега. Под снегом у нас, как вы сами уже не раз свидетелями были, я так думаю. Аида Ибраева, Толеген Рашитов, Марат Култенов, Первый Карагандинский.